Приветствую, друзья! Все мы знаем, что торговца можно поставить спокойно на любой вид товаров, но самое выгодное у нас получается золотые прииски. То есть на каждый прииск, к примеру, или на каждый вид товара можно поставить по одному торговцу. Но есть способ, как поставить их в очень больших количествах, и никто на них не может, в принципе, уже нападать. Так вы знаете, что торговцы могут нападать на торговцев с целью разорения. Самый лучший способ для того, чтобы озолотиться на приисках, либо на каком-то товаре, это поставить солдата близко к этому товару и солдата напихать очень большое количество торговцев. Посмотрите, вот тут каждый торговец имеет свою долю, они с друг другом не дерутся, друг другу не мешают. Солдат является гарантией, так сказать, общей торговли. Немаловажное значение имеет то, что это не баг. Это фича, которая присутствует в игре, потому что иногда торговцы благодарят солдата. Гигантское количество торговцев можно поместить у любого из солдат. Не забываем, что если прокачивать золотые, серебряные прииски до самого высокого уровня, то получается очень много золотых вышек, и на каждую вышку можно поставить по солдату. А у этого солдата напихать огромное количество торговцев. Прибыль будет колоссальная. Еще она будет довольно высокой. Если, допустим, эти прииски и вообще торговля будут вестись далеко от столицы, раза в 3, 4, 5 бывает разница. Если очень большое расстояние до столицы. Итого, в каждого солдата можно поместить, или, как я говорю в кавычках, напихать 20 торговцев. Если расстояние значительное, то и прокачка еще торговца довольно-таки высокая, то это получается с каждого торговца не меньше 400 золотых. Вы представляете, 20 на 400 это довольно-таки значительная сумма, выше, чем в любом городе. Потому ванили за Мавританию, у нее есть очень неплохой бонус. Находится два города, которые обладают ценными ресурсами на юге. Если их достаточно развить, то это будет большое подспорье. И экономика страны довольно-таки сильно взлетит. Спасибо всем за просмотр. Удачи вам на полях сражений.